Здравствуйте. По тротуару двигайтесь. Будьте любезны, назад как заехали. Назад, назад, давить не надо никого. Да вот, туда, назад как заехали. Что, нельзя, здесь тротуар, здесь люди ходят. Машинам тут не место. Здравствуйте, что же вы делаете-то? На тротуар пытаетесь заехать, что ли? Я понял, вы хоть сами понимаете, что вы делаете? Мы стоим, да. Что вы стоите? Вы считаете это тротуаром? Мы не мы считаем, а ПДД так считает. ПДД считает, что это тротуар. Вы учили ПДД? Конечно. Если брать действия законодательства Российской Федерации, ваши действия незаконны. А в чем они незаконны? В чем незаконность? В том, что вы сейчас нарушаете. Что мы нарушаем? Статью закона. Какую? Вам рассказать какую? Ну, расскажите какую. Так, девушка. Не мешайте проехать. Да. Ответьте лучше назад и ерунду не говорите всякую. Да? Вы уверены? Уверен. Девушка, во-первых, кто разрешил меня снимать? Начнем с того. Первое. Конституция. Конституции, закона Российской Федерации. Что самое главное в Конституции? Что самое главное? Моя личная безопасность и мое личное. Я не давал разрешения. А нам не нужно разрешение, мы в общественном месте, мы на улице. Вы представители МПД? Я человек, мне этого достаточно. Вы представители МПД или кто? Я представитель людей. Каких людей? Обычных. Вы представляете только сами себя. Если на то пошло... Аккуратнее, человек перед вами. Подождите, если на то пошло... Что? Вы представляете только сами себя. Ну, вы нарушаете... Что мы нарушаем? Конституцию. Какую? Мою неприкосновенность. Какое имею право вы снимать? В публичном месте мы находимся. Каком в общественном... каком публичном месте? На улице. На улице. Каком? Можно снимать на все, улице что угодно. Вы не имеете права без моего ведома меня снимать. С чего вдруг? Да? Да. Открой интернет, посмотри. Мне не надо ничего открывать, я и так знаю. А что ты такой умный-то? Открой. Так вы умничаете. Давай открой. Я не умничаю. Давай вы открой. К нам подъехали. Давай откроем тут... интернет и посмотрим, раз ты открывайте. Такой умный. Вам нужно открывать, мне не нужно. Мне нужно. Конечно. А с какой стати мне нужно? Ну, вы же, я вам вы говорю, же что я вам запрещаю меня снимать. Дальше что? А я вам говорю, что вы не имеете права. Вы можете говорить все, что угодно. А мне насрать, что вы можете говорить. Ну и все, что угодно. Ну и зачем тогда этот диалог? Уезжайте по своим делам. Нет, я уеду, я сейчас поставлю машину. Но я сейчас подойду и разобью видеокамеру. Ну попробуйте. Да? И что, вы со мной драться будете? Будем, да. С какого перепуга? А нападение будет, будем обороняться, да. Хорошо, давайте, будем обороняться. Будем обороняться. Сейчас посмотрим, кто на кого будет нападать. Посмотрим. Вот эта полоса движения, я на ней стою. Дальше что? Дальше что? Где разметка, что это тротуар? А, на не тротуаре умничай. Нет разметок никаких. Да? Да. Ты уверен? Уверен. Уверен? Да. Ну хорошо. Ну хорошо. А что вы такие грустные? Пасмурно, было бы солнечно, все бы улыбались. А это вот микрофон. Меня записывать. Ну и меня тут в том числе. Я понял, даже задавать вопросы не буду. Задним ходом или как? Или можно ну, так заехали. Можете развернуться, конечно, как вам удобнее. Это делается единократно, это для показухи. Mm-hmm. Тупо для лайков, там, для подписчиков, для всего нет, такого. Нет, делается неоднократно. Ну я вот сколько, ну, я не буду скрывать, да, пусть меня оштрафуют потом. Здесь ездят все постоянно. Да, я мы это знаем, за мы несколько поэтому, лет, принципе, за несколько стоим. Лет я вот сейчас первый раз увидел, я мог бы там дальше развернуться. Мне просто было интересно пообщаться с вами. Вот и все. А это ваш вышибало, да? Что? Это, говорю, вышибалово. Какой? Вы вышибало? Для устрашения. А зачем вы меня оскорбляете? Позвали для устрашения. Меня? Да. Я мимо проходил, я здесь живу. А, я думал, а вы каждый день под моими окнами ездите. Я думал, ты снимешь. А зачем вы ездите здесь? Я еду в Пятерочку в магазин. Ясно, очень интересно. Пожалуйста, как заехали? А? Пожалуйста, как заехали? Уберите автомобиль. Не понял. Как заехали, пожалуйста, автомобиль, будьте добры, уберите. Ну и то. Почему я должен убирать автомобиль? Потому что по правилам дорожного движения вы обязаны это делать. Я обязан, мне нужно заехать в магазин, я заезжаю в магазин. Вы понимаете? Вам двери подержать, чтобы вы прям на 9-ю кассу заехали. Сейчас пока мы с вами разговариваем. Нет, на 11-ю, пожалуйста. На 11-ю? Да. Как заехали, пожалуйста? Не давите молодого человека. Челодого маловека. Что вы творите, блин? Слушайте, а у этого человека такой же вопрос к вам. Что вы творите? Просто понимаете, это немножко как-то вот с человеческой точки зрения это некрасиво. Я уже молчу про закон.
А вот вы мне задаете вопрос, что мы делаем. Ну я просто не понимаю вас. Я тоже не понимаю. Я еду в магазин, вы поймите. Я прекрасно понимаю, вам нужно в магазин там, да. Сметанки купить. Почему человека-то давить? А куда он под колеса лезет? Кажется, кидается под колеса, стоит, бегает. У него фляга дырявая или что? Да пусть хоть дырявая, это тротуар, это для него, в принципе, это сделано. Не тротуар, это проезжая часть, тут машины ездят. А сколько здесь полос, сколько здесь проезжих частей, расскажите, пожалуйста. Какие тебе полосы нужны? Я подъехал в магазин, а не куда-то еще. Полосы движения. Где вы разметку видите? У меня такой же вопрос, где вы здесь разметку видите? Где вы видите разметку? В связи с чем вот эта вот херня? Какая? Вот это вот, машины. Почему здесь машины вот ездят? Сейчас вот мне навстречу только, ехали. Здесь только ваши машины. Потому что они убирали свой автомобиль, вы последуете их примеру. Не, почему они ехали здесь? Люди проехали, я не могу проехать. Что это такое? Не, вы можете проверить, мы верим в вас. В чем вы в меня верите? В том, что вы уберете свой автомобиль так, как заехали. Хочу сказать вам огромное спасибо за вашу работу. Реально, Миша, особенно вот тебе спасибо, ты прямо звезда Ютуба. Это тротуар, вам сказано... Нет, что вы такие тяжелые? Куда мне встать тогда, блядь? Вы проезжей части встали и идете в магазин пешком. Да, в проезжей части просто встаньте. И близко к магазину, и по правилам дорожного движения. А то я смотрю, у вас прям жизнь вообще ничего не дает. Клей. Ребята, я в пятерочку. Вообще по барабану. У вас как бы типа немножко люди с детьми и колясками обходят. Не, нормально. Ничего не смущает. Машину с тротуара все-таки не будете убирать? Я сейчас схожу в пятерку и уеду. Так это тротуар, здесь априори нельзя парковаться. Здесь-то можно? Как понять, можно? Вот у этого поребрика можно. У нас разрешено по правилам дорожного движения парковаться у края проезжей части не более одного ряда. Все. Вы же понимаете, что здесь у края проезжего ряда творится сейчас из-за переезда чего? Так. Поэтому давайте нарушать, не, хорошо. Заставлять пешеходов обходить вот с колясками. Вот там у пятерки можно парковаться? Нет. Почему? Потому что вот здесь тротуар. Машина вон там стоит, парковаться можно? Там да, за ней тоже можете я встать. Вот сейчас туда встану. Так все, опять вот так вот как заехали, и все. Можно я пятерку скажу? Как только автомобиль поставите по правилам, тогда хоть на Луну можете. Ладно, говори. Нет, это его бумажка. Только если наклеить. Да. Жадиной.